одну из главных педагогических наград. Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и образования» вручают сегодня ивантеевским учителям математики Ирине Саватеевой и Любови Кашиной. Следом награды Министерства просвещения Российской Федерации. 11 ивантеевских педагогов удостоены министерских почетных грамот. Кто настоящие волшебники? Это вы. Именно вы делаете из нас настоящих людей. Растите нас настоящих патриотов. Именно благодаря вашей поддержке, вашей заботе мы проходим самый сложный путь. Это получение важнейшей информации для нашей дальнейшей жизни. Спасибо вам большое. Спасибо от города сегодня в виде квартир. Сертификаты на получение служебного жилья получают учитель технологии и музыкальный руководитель детского садика. Традицию поощрять за отличную работу педагогов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, квартирными сертификатами ивантеевские власти установили в прошлом году. Ждал долго, потому что сложная семейная ситуация, скажем так. И очень кстати, спасибо большое нашим властям. И после таких случаев верится, что все-таки работают у нас для людей люди, тоже ради людей. Мы ради маленьких, они ради больших, ради их проблем. Дождалась помощи в жилищной ситуации и Елена Лукина. Она трудится на ниве ивантеевского образования уже 25 лет. Из них 20 работала в городском детском доме. Сейчас учит музыке и танцам воспитанников садика «Семицветик». Вы знаете, чувства меня переполняют. 20 лет отработала в детском доме. Я так радовалась, когда наши дети получали квартиры. Искренне. И думала, боже, когда-нибудь и будет на моей улице праздник. И вот я дождалась. Куда уйти можно из любимого города? Я даже не представляю, когда здесь все родные, когда ты встречаешь выпускников, когда ты встречаешь родителей, когда ты встречаешь коллег. Это же так замечательно. И хочется жить, творить в своем любимом городе. Вручают также грамоты Совета депутатов, ивантеевские педагоги, учителя и воспитатели, другие работники сферы образования отвечают за более чем 10 тысяч ивантеевских детей. Коллеги, год был непростой и идет год непростой. В первую очередь вам всем здоровья. Берегите себя, берегите ваших учеников. Все мы победим, все пройдем. Вы на самом деле у нас самые лучшие, вы уже показали его. Был первый так называемый ковидный выпуск, прошли его достойно, детки все поступили, я думаю, что и в 21-м году все будет замечательно. Всего заслуженные награды в День учителя в Ивантеевке получили более полусотни педагогов города. Анна Пыльцина, Владимир Безлепкин, Анна Белова, ИТВ.